Итак, добрый день. Мы с вами продолжаем строить наш дом. У нас с вами план первого этажа. Сейчас на очереди остальные сегменты, необходимые для построения дома. И начнем мы с вами с таблицы экспликаций. Вид таблицы экспликаций будет представлен у нас на экранчике. Это ГОСТовская. Ссылка будет отдельно на норматив, откуда я ее взял. А для всех помещений необходимо запроектировать таблицу экспликаций на плане наших этажей. Ну и на самом деле для элементов тоже. А проектировать мы ее с вами будем через таблицу. Можно было бы расчертить ее вручную, кто ленится, кто хочет понять что-то новое, может запроектировать через таблицу так же, как и я. Прежде чем мы с вами приступаем к проектированию данной таблицы экспликаций, для начала мы с вами создадим новый стиль, слой точнее. Заходим в свойства слоя, создаем новый слой. Слой будет называться таблица экспликаций. И будем использовать его чисто для наших таблиц. А, тип линии Continuous, черный цвет можно использовать, 0,25 толщина наших линий. Делаем слой активным. Закрываем свойства слоя. Переходим во вкладку аннотации. Нас интересует панель таблицы и стили наших таблиц. Так как в стандартной таблице в AutoCAD работают достаточно коряво, мы с вами настроим нашу необходимую табличку. Итак, нажимаем на выпадающую менюшку «Стили таблицы». Создаем новую. Называем ее «Таблица экспликаций». Таблица экспликаций. Таблица экспликаций. Далее. Что мы здесь делаем? Во вкладке «Данные» первого. Есть стили таблицы. Я не смотрю пока на левую часть, мне она не нужна. Здесь просто вид, как будет выглядеть наша таблица. Расширю окошко, чтобы можно было увидеть и вам тоже. Данные нас интересуют. Заливку мы не трогаем, выравниваем. Середина по центру. Дальше. Поля по горизонтали ставим 200. И 0 по вертикали. Заходим в текст. Текст мы выбираем наш Isec Pure, который мы с вами создавали. Стиль текста, это чисто стиль. Высота текста здесь ставим 300. Почему именно 300? AutoCAD достаточно плохо работает с аннотативными стилями текста, поэтому мы его корректируем немножко вручную. Цвет текста оставляем по блоку. Дальше заходим в границы. И тут, внимание, осторожно, будем поэтапно все настраивать. Первое. Еще никуда не нажимал, кроме того, что перешел к границе. Вес линии ставлю 0,25. Настраиваю все границы. Потому что по умолчанию он супер тонкой линии проектирует. Этого нам не нужно. Дальше ставлю 0,5. Не нажимайте только несколько раз на границы, иначе собьется настройка. Вот, нажимаю один раз теперь на внешние границы. Обратите внимание. Внешние границы. Дальше. Кроме внешних, мне необходимо поставить еще левая граница и правая граница. Правая граница. Теперь захожу в заголовок. Здесь выбираю вес линии 0,5. Ставлю только внешние границы. Левая, правая. Перехожу в текст. Стиль Isec Pure. Высота текста 300. Все остальное не трогаю. Иду дальше. Название. Опять стиль текста Isec Pure. Снова 300. Ничего дальше не трогаю. Перехожу в границы. Вес линий. В границах самого названия мы убираем без границ и ставим 0,5, нижнее подчеркивание, 0,5, нижнее подчеркивание. Сейчас я сверю себя с планом. Еще раз проверяю. Данные общие, середина по центру, данные. Текст 300, 0. Граница уже настроена.
Заголовок проверяю текст из SecPure. Название текст из SecPure. Окей. Нажимаю ОК. Установить. Закрыть. Добавляю таблицу. Таблица экспликаций. Таблица экспликаций. Итак, придется перезаписать самый такой большой продолжительный участок. Что я забыл сказать? Про число строк. Число строк у вас должно равняться максимальное количество ваших помещений плюс 1. Одна строка – это будет значение итого. Ну, то есть общее число по вашему объекту. А конкретно у меня помещений, я могу посмотреть здесь самое максимальное значение, 9 помещений, соответственно, 10 мне необходимо строк. Еще раз, как я их добавлял. Вкладка аннотации, таблица. Стиль таблицы опять проверяем. Таблица экспликаций. Число данных строк. 10. Окей, ставлю таблицу. Что я теперь проделаю? Мне необходимо сначала настроить высоту всех моих строк и моих столбцов. Подсвечиваю, получается, вторую вкладку. Вторую строку. Правой кнопкой мыши по ней. Свойства, если они у вас не активны. Вот они у меня активные свойства. Ширина ячейки. Мы ставим 1500. Высота ячейки 2000. Это получается А. Б. Высоту ячейки мы уже не трогаем. Нас интересует ширина 8000. Дальше. Ширина ячейки С 2000, Д 1000. Первую строку с самим названием можно высоту ячейки тоже увеличить на 800, чтобы она нормально вписывалась. Теперь мне нужна высота всех моих строк. Выделяю их зажатой левой клавишей мыши, за исключением, где у нас колонку, которую мы с вами настроили. И проверяем, чтобы высота ячейки стояла 800. 800. Теперь что я делаю? Выравнивание текста. В первой колонке у нас с вами текст должен располагаться. Ну, точнее как. Давайте сначала подпишем. Подсвечиваю строку А и набираю экспликация. Помещение первого этажа. Следующее. Номер помещения. Номер. Переход на следующую строку. Зажатая клавиша Alt Enter. Alt Enter. Щение. Следующее. Наименование. Следующее. Площадь. Запятая. Alt, Enter. Метры. И вверху у нас есть функция обозначения. Метры квадратные. Последнюю строку, последний столбец нам необходимо подсветить и поменять либо высоту текста, либо коэффициент сжатия, она просто иначе не влезет. Я использую высоту текста, поменяю ее до 280 вместо 300. И начинаю вбивать текст. Cut. Категория. Alt-Enter. Me. Alt-Enter. Alt Enter. Не я. Помещение. Проверяю, чтобы у меня высота ячейки не поменялась. 2000, она так и осталась. Окей. Теперь что я делаю? Меня интересует первый столбец. Выделяю его.
Ставлю формат данных текст. Правой кнопкой мыши по выделенному. Выравнивание. Середина по центру. И начинаю расставлять. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ну и так далее. 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9. Как я и говорил, 10-я ячейка останется у нас под итогом. Следующее. Выделяю следующие столбцы. Формат данных, тоже текст. И начинаю называть помещения так, как они у меня были сформированы. Пускай у меня будет помещение 1.1 тамбур. 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 Да, выделю назад. И выравнивание здесь у меня должно быть. Выравнивание. Середина слева. Середина слева. 1.2 у меня будет санузел. Ну, пускай будет ванна. Не, санузел. Санузел. И так далее. Все остальные помещения вы будете формировать. Площадь. Площадь мы считаем через поле. Я подсвечиваю ячейку с обозначением площади, поле, объект, выбираю мой контур, вспоминаем, у нас здесь была площадь, десятичный, дополнительный формат, 0, 1, 2, 3, 4, 5, единица. Окей. Окей. Смотрю сюда. Проверяю здесь. Площадь здесь почему-то не подчеркнута. Давайте ее подчеркнем. Дальше. Помещение 1.2. Точно так же. Поле. Объект. Выделяю контур. Площадь. Дополнительный формат 0, 1, 2, 3, 4, 5, единица. Окей. Окей. Вот у меня общее значение. В конце у меня будет строчка итого. Итого. Итого у нас будет с вами формироваться из сложения всех наших ячеек. Как это будет производиться? Я подсвечиваю ячейку. Итого. Опять же, поле. Здесь в графе поле мы с вами выбираем формулу. Сумма ячейки C. Поле. Формула. Ячейка C3 плюс ячейка C2 и так далее по нарастающей. Что нам необходимо здесь добавить? Прежде всего, нам необходимо добавить коэффициент, иначе он у нас рассчитается без дробного значения, и у нас с вами будут небольшие проблемы с точностью, и точнее с округлением. Я предполагаю, вижу то, что по двум числам у меня должна получиться площадь 17 с чем-то квадратных метров. Как она у нас формируется? При помощи команды round, это округленное значение, round в скобочках C3, C4, round, C3, C4. Что нам еще необходимо поставить в скобочках? Множитель на коэффициент. Домножить на 0.
точка. Раз, два, три, четыре, пять, четыре, единицы, пять нолей. Соответственно, после c4 поставить то же самое. Round. Дальше. Текущая точность. Для двух знаков после запятой переходим в дополнительный формат. Здесь в коэффициенте мы ставим 0, 0, 1. Окей. Вычислить. Окей. Где-то накосячил с количеством нулей. Еще раз проверяем. Понял, где накосячил. Раунд. У нас с вами 4 нуля. Дальше в дополнительном формате уже все верно. 17,59. Таким образом у нас с вами осуществляется. Еще раз, как я посчитал у того, а то я там немного накосячил. Поле. Здесь выбираю формула. У нас с вами там было большое количество различных элементов. Мы вспоминаем, что первоначально было. Поле и большое количество элементов. Нас интересует формула. Поле, формула. Ячейка. Первая. Плюс ячейка вторая. Теперь перед этим всем нажимаем round. Округление. C3 домножить. 0. Раз, два, три. Единица. Закрываем скобочку. То же самое пишем перед C4. После C4. Round. C4. Точность. Два знака после запятой. Дополнительный формат. Коэффициент. 0.01. Через запятую. Окей. Окей. Вот у нас с вами получается наша общая сумма. Посмотрим, что бы было бы, если бы мы рассчитали просто через сумму этих элементов. Сумма двух наших ячеек. У нас бы с вами получился неправильный формат. Но можно было бы его также определить в текущей точности до двух знаков после запятой, зайти в дополнительный формат, здесь поставить 0. Раз, два, три, четыре, пять. Единица. Можно было пойти и этим методом, без всякого раунда. То есть, одним возможных методов можете использовать. Первый этот с раундом, с округлением. Второе, с использованием коэффициента общего. Второй метод, наверное, достаточно проще будет, чем первый. Таким образом, у нас с вами оформляется таблица наших экспликаций. Дальше. Высотные отметки. Высотные отметки. Я перехожу во вкладку «Главное». И вспоминаю, у нас есть... Нет у нас еще. Создаю новый слой. Новый слой. Называю его «Высотные отметки». Высотные отметки на английском. Высотные отметки. Цвет черный, continuous 0.25. Слой делаем активным. Дальше что мы с вами делаем? Ну, либо из технического задания берем, либо мы строим изначально домик и предполагаем то, что пол у нас располагается на отметке 0. 0 у нас отображается без знака плюса и без знака минуса. Что мы с вами делаем? Переходим в аннотации. Можно использовать текстовый стиль для наших площадей. Многострочный текст. Пишем 0.123.30. Высотная отметка должна располагаться в прямоугольнике. Точные габариты его... Нет жесткой градации. Просто чтобы текстовая часть вписывалась в граничное значение самих высотных отметок. Дальше. Название самого чертежа.
Можно создать новый текстовый стиль, можно использовать другой, вот ту же самую таблицу экспликации, мой слой. Я создам новый, название чертежа. И его название. Текст также можно использовать черный, continuous 0.25. Для простоты можно было на самом деле и высотные отметки названия чертежа сделать в отдельном, в одном слое. Закрываем свойства слоя, переходим в аннотации. И нас интересует с вами тот самый текстовый стиль, который мы с вами использовали для осей. Выбираем оси. Многострочный текст. Даем название план первого этажа. Можно было использовать название какое еще? План на отметке 0. Это два обозначения, которые можно использовать по нашему проекту. Я оставлю только одно. Не используйте несколько. Следующий момент, последний, завершающий. Нам с вами необходимо создать лестницу. Вспоминаем мой проект. Смотреть на лестницу, если вы делаете по какому-либо плану, лучше всего смотреть с плана второго этажа, потому что лестница там показывается целиковая. У меня лестница представляет из себя лестницу с забежными ступенями, P-образную. Сейчас поговорим о возможных вариантах лестниц. Ну, во-первых, бывает P-образная лестница, обычная с площадкой, лестница трехмаршевая, лестница G-образная, P-образная забежная ступень, G-образная забежная ступень, их достаточно много. Конкретно всегда необходимо придерживаться того, что у вас лестницу нужно проектировать по вашему зданию. Как осуществляется само построение лестницы? Захожу во вкладку «Главное». «Главное». Создаю новый слой. Новый слой. Лестница. Лестница. Цвет буду использовать отлично от того, что уже ранее задействовалось по моему проекту. Continuous 0.25. Слой делаем активным. Закрываем свойства слоя. Вспоминаю то, что лестница у меня должна располагаться вот в этой области моего проекта. Я ее запроектирую рядышком сначала с проектной частью. Минимальный габарит лестницы для малоэтажного жилого строительства 900 мм. Если с доступностью для МГН, там нужно смотреть, там, насколько я помню, минимум 1200 мм. Я буду делать стандартную лестницу по стандартным показателям. Лестница разбивается по составляющим. Высота лестницы определяется согласно высоты самого этажа. По ГОСТу он варьируется. Не высота этажа, высота лестницы. Так как она подбирается от высоты нашего подступенка. Что из себя представляет подступенка? На виде сбоку нашей лестницы, вот, грубо говоря, я ее начинаю проектировать, пока я просто не привязываюсь ни к какому размеру, чтобы вы могли понимать. Вот этот участок, куда ступает у нас нога, это проступь. Высота самого подъема – это подступенок. Он у нас по ГОСТу варьируется, насколько я помню, от 130 до 220 мм для малоэтажного жилого строительства. Ширина нормирована 300 мм. В соответствии с этим я должен подобрать лестницу для моего объекта. Мне не нужно считать их по заданию, я могу рассчитать их сам. Итак, как проектируется у нас с вами лестница? Я запроектирую сразу в той же необходимой плоскости первый участок длиной 900 мм. 900 мм. Вот он. Если у меня лестница с забежной ступенью, то у меня с вами отсутствовать будет только одна проступь. Но подступенки у нас будут. Последний подъем будет считаться от последней ступени на само перекрытие. Количество подступенков не равняется количеству ступеней. Соответственно, что мы с вами делаем? Для оптимального расчета при высоте этажа 3 метра, у меня здание будет 3-метровая высота этажа. Напоминаю то, что высота этажа – это расстояние от пола до пола. 3 метра. Соответственно, мне адекватно взять числа либо 150, либо 200 мм для моей лестницы, для расчета. А если я 150 делю на 3 метра, у меня получается 20 подъемов. Но опять же, это не равняется количеству ступеней.
если буду делать лестницу без площадки, либо 200 миллиметров, это у меня получается 15 подъемов, мне необходимо рассчитать по моей лестнице. То есть 15 вот таких палочек под ступенков. Ширина просто примерно нормирована. Что я делал? Построил первый участок минимального габарита моей лестницы, марша лестницы, 900 миллиметров. Дальше сместить 300 миллиметров. Моя просто. Раз, два, три. Я предполагаю то, что у меня лестница, моя с забежной ступенью, будет состоять она P-образная, и в ней будет использоваться 20 подъемов. Не 20 подъемов. Я буду делить на высоту подступенка равно 200 миллиметров. То есть 15 подъемов у меня получается. 14 ступеней у меня в общем счете получится. Потому что последний шаг у меня идет с последней ступени на уже саму площадку. Соответственно, если 14 ступеней, я увижу... Ой, 14 подъемов. Я увижу 14 вот таких отрезков на своем участке. Раз, два, три. Удобнее разделить 7 на 7. Раз, два, три, 4, 5. 6, 7. Формально дальше уже должен пойти подъем. Либо я сейчас уже буду закруглять мою лестницу, потому что площадки у меня нет. Вид самой лестницы представлен по нашему заданию. Я сначала замоделирую, что у меня лестница с площадкой. Так будет удобнее, чтобы мне в дальнейшем ее потом разворачивать как угодно. Вот первый подъемный марш у меня получается. Дальше. Лестницу мы дальше расширяем кратно 100 мм. Скопируем на второй участок. 7 на 7. И перемещу его на 100 мм между собой. Расстояние между двумя маршами минимум 100 мм, дальше кратно 10. Вот таким вот образом. У меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, сейчас у меня ступени. Должно получиться 14. Либо я могу разбить просто две линии еще поставить. Не две, одну. И тогда у меня получится некрасивая лестница. Либо я уже начну ее преобразовывать в мою лестницу, забежную ступень. Здесь тоже отложу 900 мм. И закончу построение. Чтобы у меня лестница превратилась в мою лестницу с забежными ступенями. Угол наклона либо подбирается самим заказчиком, либо вы можете сами сейчас моделировать лестницу, а дальше уже потом согласовывать. Главное себя перепроверять всегда. Вид вашей лестницы. Проще всего лестницу обычную P-образно запроектировать. С площадкой. Дальше. Разделив, считаю ступени. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. А подъемов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 подъемов. Моя лестница смоделирована. Я могу дальше немного поиграться, изменить угол наклона, поменять ширину, соответственно, подъемной части моих ступенек и так далее. Либо я могу этого пока не делать. Вспоминаю то, что подъемная часть марша моей лестницы располагается в этой части экрана. Соответственно, мне необходимо площадь убрать. Да, по ГОСТу у нас с вами площадь должна находиться желательно в левом нижнем углу помещения. Так как у меня здесь этого распределить невозможно, то я площадь смещу, чтобы она у меня просто не накладывалась на мою лестницу. Дальше что я делаю? Данную лестницу я загоню в блок. Научимся работать с блоками. Выделяю всю лестницу целиком. Нажимаю во вкладке «Главная функция блок создания блока». Создаю блок. Имя ему. Лестница. Общий вид моей лестницы все равно пригодится для того же самого плана второго этажа. Имя я задал. Базовая точка для вставки моей лестницы. Указываю на экране. Угол. Ну, чтобы мне привязаться к моей какой-либо моему участку по объекту. Стенки, перегородки и так далее. Все остальное я не трогаю. Создаю блок. Вот таким вот образом. Теперь дальше через вставку блока я могу добавлять сколько угодно моих лестниц. Вставки блока они будут располагаться. Но я перемещу эту лестницу в угол моего помещения. Лестница еще не завершена. План первого этажа, ну, любой план,
Текущая плоскость проходит на высоте 1 треть от высоты этажа. При высоте этажа 3 метра у меня на 1 метре будет проходить рассечение моей лестницы. По факту. Соответственно, что я должен расположить? Я должен посчитать, сколько мне необходимо ступеней отложить до моего рассечения. Я могу сказать, что начиная с 4 ступени, можно уже до 6 проводить сечение. Соответственно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ступень. С 5 ступени я начну. Построение рассечения моей лестницы. Для этого просто отрезком я формирую либо прямой участок по нормативу, сейчас это возможно, либо вот такую молниеобразную линию, как на кардиограмме. Скрою все, что мне не нужно. Стены, оси. Чтобы они мне сейчас не помешали. Выделяю все элементы моего блока. При помощи функции обрезать. Вот, нельзя сейчас обрезать. Выделяю все элементы моего блока. Вообще все по моей лестнице. Нажимаю функцию расчленить, чтобы они выпали из блока, снова стала лестница отрезком. Выделяю все участки. И при помощи функции обрезать удаляю все того, что я не увижу теперь на моем экране. Получается все до молниеобразной моей линии. На первом этаже я увижу только огрызочек лестницы, так как все остальное будет отсечено. Вот таким вот образом. Дальше что мне необходимо? Показать стрелочку направления подъема. Просто в том же самом слое отрезками я проектирую прямую линию. Сейчас активный режим орто поставлю. Могу с пересечением потом обрезать. Линию. И показываю теперь уже под углом 30 градусов стрелочку мою. Стрелочку можно 160-200 мм поставить. Я поставлю 200 мм. Сейчас угол неправильно выбрал. 200 мм. Здесь. И 200 мм здесь. Если молниеобразная ваша линия накладывается на стрелочку, можно ее подредактировать, чтобы она выглядела более эстетично. Вот таким вот образом. Ну, теперь линии нужно довести. После редактирования. Дальше мне необходимо запроектировать угол другой. Здесь не 30 градусов. Сейчас я угол подкорректирую. Просто отзеркалю. Выделю, отразить зеркало, отражу данную линию. А то я немного запутался. Нет, не удаляю. Кружок. Просто круг. В начале мы ставим с вами круг 120 мм. И возвращаем отображение всех элементов конструкции. Получившуюся лестницу можно загнать в блок. Площади мы с вами уже не редактируем, пока мы площади рассчитываем без учета лестницы. Якобы ее там вообще нет. Если у нас появится спуск в подвал в этом же участке, да, нужно будет по контуру нашей лестницы вычесть нашу площадь. Что нам необходимо сделать теперь? Прежде чем мы будем выводить на печать, проверим свойства слоя, чтобы у меня площади полилинии этот слой не был видим на печати. Выключаем принтерик. Ну а дальше уже при построении можно их скрывать, не скрывать, чтобы они у нас не мешались нам. Ступени на крыльце проектируются в зависимости от вида вашего крыльца и от высотной отметки нашей земли. Да, со стороны земли у нас тоже должна быть высотная отметка. Она может варьироваться, и скорее всего она будет минус, там то же самое, 450 может миллиметров. Отметка уровня земли. Землю всегда нужно показывать на плане первого этажа. Завершающий этап штриховки всех необходимых элементов. Мы с вами скроем то, что нам не пригодится. Воспользуюсь функцией отключения выбранного слоя, отключу оси, отключу размеры, отключу площади.
отключу маркировки помещений, лестницу, высотные отметки. И что делаю теперь? Сначала буду штриховать наш кирпич по материалу. Ну, крылечки тоже выключу, окна, двери тоже. Мне они не нужны. Кирпич у нас и с вами используется в перегородках, в основном несущем слое, и в нашей облицовке. Соответственно, утеплитель я выключу. Что я делаю теперь? Все контуры у меня были замкнуты. Если по какой-либо причине у вас контуры не замкнуты, выделите все и соедините, когда у вас утеплитель скрыт, чтобы они не объединились между собой. Что я теперь делаю? Перехожу во вкладку «Главное свойство слоя». Задаю новый слой. Называю его «Штриховка». Штриховка. Слой активный. Лампочка горит. Цвет можно выбрать черный. Continuous 0.25. Слой делаем активным. Закрываем свойство слоя. Где у нас происходит задание нашей штриховки? Штриховка у нас с вами моделируется. Во вкладке «Главное» есть иконка «Штриховка». Нажимаю на нее. Сейчас у меня прогрузится. Для кирпича подходит штриховка ANSI 32. Две наклонные линии с одинаковым шагом между собой. Дальше. Штриховка у нас с вами аннотативная. Масштаб аннотативности 0.35. Для масштаба 1:100 он смотрится очень прилично. Дальше что я делаю? У нас есть возможность указать точки и общелкивать собственноручно все замкнутые контуры. Либо есть функция «Выбрать контуры». Нажимаю на нее, выделяю весь свой домик и вижу то, что у меня где-то есть ошибочка по моему объекту. Контур где-то не замкнутый. А конкретно я вижу то, что у меня здесь еще есть отрезок какой-то пропущенный. Удалю штриховку, перепострою. Смотрю, где у меня еще не замкнутый контур. Здесь у меня замкнут, здесь у меня замкнут. Попробую еще раз. Штриховка. Здесь уже настройки все сохранились. Я просто указываю выбрать объект. И вижу то, что у меня все штриховки выполнились. Если у вас есть лишние объекты, либо лишние отрезки, в построении штриховки может возникнуть ошибка при построении штриховки. Поэтому проверяйте, чтобы контуры были замкнуты и чтобы не было лишних отрезков. Можно их удалить, если они у вас никак не используются. Дальше что мне необходимо сделать? Выключаю для отображения несущие облицовку перегородки. Штриховку можно не выключать. И в свойствах слоя, либо выпадающей менюшки, активирую слой утеплитель. Вот этот контур. Снова вкладка «Главное», «Штриховки». Для утеплителя по ГОСТу подходит штриховка ANSI 37. Крест-накрест линии. Здесь уже масштабы все необходимые настроены после предыдущего нашего выполнения. Снова выбрать объекты, выделяю все. И вижу то, что штриховка у меня везде выполнилась. Включаю все слои и для эстетичности выключу отображение моих площадей. Штрихуется только то, что режется. Не забывайте этот момент. Таким образом мы с вами выполнили полностью план первого этажа. Но здесь у меня помещение только не хватает. Для экономии времени я просто их всех не обозначивал. Я уже показывал, как это делать. Аналогичным методом выполняется построение плана второго этажа. Там лестница только отличается. Подвал и мансарда. На самом деле все остальные видео у меня уже в сборке есть. Если нужно отдельное построение по плану второго этажа, либо подвала, оставьте какой-нибудь комментарий. Я обязательно его тогда сделаю. Сейчас просто хотел заняться Revit, о котором я давно уже не говорил. Вот, если вам понравилось видео, вы знаете, как это, что нужно делать, как его оценивать. Вот, если что-то хотите рассмотреть новое, оставляйте комментарий. Обязательно отвечу и по возможности рассмотрю. Вот, всем спасибо, что были здесь. Еще с вами увидимся.